Спартакиаду бюджетных организаций приурочили также ко Дню народного единства. Организаторы соревнований – администрация сельского округа при поддержке депутата ЗСК Владимира Верстунина. В спартакиаде приняли участие 9 команд. Это у вас проводится не эпизодически, а практически каждый день. Поэтому мне это радует, потому что мы идем сегодня не просто к открытию зимней Олимпиады в Сочи, а действительно, вот из вашей молодежи формируется та сборная, которая в последующем будет отстаивать честь нашей Родины, нашей России, Кубани, города-курорта Анапы на всех крупных соревнованиях и в том числе на Олимпиадах. Спартакиада – не разовая акция. В следующем году администрация Виноградного сельского округа запланировала пригласить соседние округа. В первый день спартакиады на базе школы номер 9 прошли баталии за теннисными столами. Участникам спартакиады предстоит выяснить, кто сильнее в дартсе, шахматах, стрельбе и волейболе. Завершатся соревнования через 2 месяца веселыми стартами.